честь Дня Победы решением ректора Ильшата Гафурова ветераны, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны Казанского федерального университета получили праздничные продуктовые наборы. Всего продуктовые наборы получило 130 человек. В этом году подарки доставили ветеранам на дом, чтобы передать душевную теплоту и признательность. Пакеты с набором продуктов дополняют праздничные открытки с поздравлением от ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и директоров институтов. 8 мая продуктовые наборы были вручены детям войны Института филологии и межкультурной коммуникации и Института международных отношений КФУ. Одним из таких детей войны является доктор исторических наук и заслуженный деятель Российской Федерации Исмаил Шарифжанов. Более 50 лет он уже читает лекции и ведет семинары в Институте международных отношений КФУ. Вспоминаю все с любовью, потому что университет мой альма-матер. И это я, конечно, об университете могу говорить только самые хорошие. Здесь я сложился. Во-первых, я университет закончил, и Томский, и Казанский, два университета. Ну, все, что в моем положении полагается, я все получил. И так что я могу только благодарить университет за оказанную мне большую честь. Вот. Каждый из ветеранов КФУ с большим трепетом вспоминает те годы, которые он провел в Казанском университете. Кто-то уезжал работать в другое место, можно сказать, строить новую жизнь. Но любовь и преданность университету заставляла возвращаться. Знаете, здесь, может быть, трудности были, может, не взгода, но это молодость. Вот в связи с этим вот только хорошие запомнились мне. Студентские годы, когда мы впервые, когда поступали, когда учились там, когда это колхоз там работы на картошку водили, еще практики. Вот это интересно было. И знаете, нам преподаватель наш. Я всех вот преподавателей, что у меня есть, что у меня вот такой успех, это огромная заслуга наших преподавателей. Каждый из ветеранов, тружеников тыла и детей войны имеет свою неповторимую историю, которую, как кажется, трудно пересказать, а можно лишь слушать вживую. Папу ждали, папа не вернулся. И в конце концов пришло, так сказать, сначала без вести пропал, а потом уже, значит, погиб. Так, и в том же году, значит, его забрали 41-й год, в 42-м году, он, оказывается, уже умер. Хотя письма пришли, несколько писем мы получили. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой студенчество Казанского федерального университета выступило с инициативой о проведении акции «Бессмертный полк КФУ». Она прошла 30 апреля в онлайн-режиме. Студенты, преподаватели и сотрудники университета на своих персональных страницах в социальных сетях во ВКонтакте и Инстаграм публиковали фотографии с рассказами о студентах и преподавателях университета, ушедших на фронт, и о членах своих семей, участниках Великой Отечественной войны. Также университетом проводится патриотическая акция «Помним, читаем, творим». Диана Шилова, Олег Апачаев, Алексей Румянцев, Универньюз.